на канале Julie TV Show Slime Challenge из случайных ингредиентов. Здесь у нас много разных шариков, в каждом из которых новый интересный ингредиент. Итак, начинаем. Давай, тянем. 1 июля. Какой у меня получится номерок? А ну-ка. У меня номерок 4. Юли номер 4. Папа нам подаст, что за шарик с номером 4. А, Юля, он тарахтит. Там что-то сыпучее. Держи зубочистку. Давай помогу. Получилось конфетти, да? Давай покажем, какие здесь красивые блестинки у нас. Здесь такие попались Юле красивые блестинки и бусинки. У нее точно получится очень красивый и яркий лизун. Моя очередь. Так, мамы. У мамы цифра 2. 2. Что у нас под номером 2? Она из моей насыпает тебе что-то. Так, вот ничего страшного. Ой, здесь, по-моему, пена для бритья. Я даже боюсь ее лопать, но ничего. Сейчас будем пробовать. Не хочу на это смотреть. Такая воздушная, единственное, она очень много этой пены. У меня уже все руки в ней. Итак, теперь Юлина очередь. Так, я не смотрю, у меня номер 5. У Юли номер 5. А ну посмотрим, что у нас под номером 5. Я вижу. Ой, тут что-то такое интересное. Ну, Юль, давай. Да. Ой. Юли попались вот такие вот красивые гели. У меня все красиво, да? Да, блестящий клей. На, держи, выдавливай. Давай, хорошо. Как красиво. Как красиво. Она еще зеленый. О, как красиво. Я мешаю. Ну, будет, наверное, самый красивый лизун. Да, Юль, у тебя получается очень красиво. Ну, теперь моя очередь. Может, мне наконец-то попадется какая-то красота. Так, у меня номер 6. Ой, это уже-то жидкая. Ой, мама опять какая-то бяка-карабяка. Она блеснет. Я боюсь. Мама вся теперь в этом геле. Смотри, Юль, у меня получается не такой нежный, очень красивого. А у меня матрешка красивая. Наш челлендж еще не закончен. Мы только начали. Посмотрим. Так, моя теперь очередь. Давай, Юль, твоя очередь. 8. Номер 8. У Юли номер 8. Я не знаю, что там. Юль, уже видно, что здесь опять какая-то блестяшка. Ну, давай сейчас смотреть, что же у тебя за блестинка попалась, да? Сейчас посмотрим. Готова? Не, я попробую не сильно бахкать. Итак, тарададам, тарадам. Здесь у нас розовый. Очень красивый розовый клей с блестинками. Давай я помогу тебе. Давай я помогу тебе. Мне похоже, есть розовенький. Мне, наверное, нет. А, как красиво. Очень красиво получается. Только видишь, у мамы получилась одна жижа. А у тебя получилось все украшение. Получится ли у нас с тобой лизун? Из кого-то, да? Да. Теперь очередь мамы. Мамы, давай. Так, мой номер 7. 7. Ой, что же там под номером 7? Похоже. Итак, мне попался у меня клей. Да, клей очень красивый, золотистый. Так, я добавляю клей с блестинками золотистыми. Сама делаю, потому что это... Какая колбаса красивая. Какие червячки, смотри, плавают в моем голубом озере, да. Так, теперь нам нужно хорошенько... Это же не видно, да? Да, слишком много у меня попалось всяких этих жидких ингредиентов. Теперь твоя очередь. Тоже мне такого попадется. Выбирай, Юля. Что у тебя попалось? Номер один. У Юли номер один. Сейчас посмотрим, что же под номером один. Так, у нас номер один. Сейчас... Я закрываю уши. Мама не будет бахкать. Мы сейчас посмотрим, что у нас есть под номером один. Ой, здесь какая-то бутылочка. Сейчас мы глянем, что здесь. Это краска. Акриловая краска. Ее не всю надо бутылочку. Давай попробуем по чуть-чуть, потому что говорят, что она очень хорошо красит. Поэтому мы будем по чуть-чуть добавлять.
Она очень густая, ты посмотри, какая густющая. Я грызун. Дай чуть-чуть эту красочку, давай. Так, я мешаю. И у меня получается... Мне получаются розовые блестинки. Что мне такое непонятное? Так, что мне попадется? Номер 10. И раз под номером 10, сейчас посмотрим. Что же под номером 10? Под номером 10 у меня попалась краска. Так, у меня акрил лимонный. Давай посмотрим. Очень красивый цвет. Так, добавляем наш лимонный акриловую лимонную краску. А так и сама не выливается. Я не знаю, как ее правильно доставать с этой банки. Добавляем лимонную красивую такую краску. Теперь хорошенько размешаем наш салат. Ты смотри, как красиво голубой с салатовым смешивается. Да, очень необычный. Зеленый, да? Давай хорошенько сейчас вымешаем и посмотрим, что получится за цвет. Так, Юль, тяни, теперь ты номерок. У меня 9. У Юли номер 9. А что же у нас под номером 9? Так, Юль, это твой номер 9. А что же у нас под номером 9? Сейчас посмотрим. Так, а у Юли опять красота. Это клей с серебристыми блестинками. Так, у меня красота. Да, подожди. Так, все. Теперь размешиваем. У меня такая... У меня как блестик. Он как сияет. Ой, у Юли получается настоящая красота. Теперь моя очередь. Последний номер. Номер 3. Что же под номером 3? Ой, здесь как что-то тарахтит. Наконец-то мне попались какие-то блестинки. Сейчас высыпем сюда. Какие же у нас тут бусины попались. У меня получается слайм. Смотрим. Смотри, какие разные. У тебя там есть серебристые. Разная красота. Но пока что у меня просто зеленая жижа. Да. Ну что, все наши 10 шариков мы уже с тобой лопнули. Уже каждого получилась своя, уже свой слайм. И самый последний ингредиент у нас это клей. Сейчас мы добавляем по бутылочке канцелярского клея. И посмотрим, что же у нас получилось. Итак, добавляем канцелярский клей в наш слайм. Не жалей, хорошенечко наливаем. Булькает он у нас. Так, добавляем. И теперь наша задача хорошо его вымесить, чтобы он стал однородным. Вау, у меня уже, помнишь, как у меня были только блестинки? А теперь, Матвейка, красота! У меня блестин уже стал. Можно я потрогаю? Подожди, я еще не до конца вымешу. Ему надо хорошо, мешай. Не останавливайся, мешай. Вот мы и домешали. И что же у нас получается? У меня получается такая вот очень нежная слизь. Но он не совсем густой, да. Но уже имеет такую вот вязкость. Видишь, он такой... А потрогай, как у меня. А у Юли здесь получился он очень красивый. Блестящий, переливается все, но почему-то жидкий. Хотя у нее больше клея, чем у меня. Давай возьмем по трубочке и попробуем, надуются ли у нас слайм-пузыри. Нет, не получается. Нет. А ну, сейчас я еще раз. Смотри, Юль, у меня небольшие получаются. Видишь? Юль, у меня есть идея. Давай мы с тобой... Смешаем наши слаймы, поскольку ни у тебя, ни у меня не получилось идеального слайма, да? Давай попробуем, смешаем твой слайм розовый с моей зеленой слизюкой. Ого, давай еще перемешаем. Теперь хорошенько размешаем. Теперь у меня только зеленая жижа, но сейчас я так сделаю, вот так, видишь? У меня получается вот так, розовый с зеленым.
Ой, у нас получается что-то белый лизун. Да, наш зеленый с розовым нам почему-то дал вот такой вот кремовый цвет. А ну какой? Он очень ночью красиво блестит, но и... похоже больше на жвачку какую-то, чем на лизун. Это на лизун похож, смотри, какой тянучий. В общем, нашему лизуну что-то не хватило. Наверное, клея, а может и другого ингредиента. Ребята, напишите в комментариях, какой ингредиент мы забыли положить, чтобы получился у нас идеальный лизун. Он получился очень нежный, блестящий, но красивый, совсем жидкий. В этом челлендже никто не победил. У нас не получился лизун, а просто получилась такая вот блестящая жижа. А мне нравится такая. Тебе понравился наш челлендж? Ребята, кому понравилось наше видео, поставь лайк и нажми на красную кнопочку. Всем пока! Пока-пока!